3 года в колонии-поселении может провести житель Линторо, и все потому, что хранил на своей даче горючие материалы. Его признали виновным в несоблюдении правил пожарной безопасности. Напомню, в декабре 2015 года на даче в Сургутском районе дети решили отметить день рождения. Без присмотра взрослых пытались растопить печь. В результате произошел пожар. 8 несовершеннолетних от 13 до 16 лет погибли. По версии следствия, в помещении хранились емкости с горючим, что и является нарушением. Отмечу, 2 года назад суд уже рассматривал дело и посчитал вину обвиняемого недоказанной. Теперь мужчину признали виновным. Отмечу, сторона защиты не согласна с новым приговором и подала апелляционную жалобу.